Добрый день, друзья! Добрый день, зрители канала Алла Азалия! Сегодня хочу показать вам. Это петахая. Это серединка такая. Мы будем пробовать, какая она на вкус. Такая консистенция желеобразная. Вот такая вот консистенция. Сейчас я буду пробовать. Интересный такой, без особого аромата, просто сладенькая, вкусная желейная консистенция. Вот это питахая желтая. Я покажу растение, какое у нас есть. Оно растет, но еще не плодоносит. Вот еще один фрукт, это фейхоа. Родина Латинская Америка, произрастание фейхоа. Фейхоа очень полезный фрукт, в нем большое содержание йода. Поэтому фейхоа просто не просто нужно, а обязательно нужно. Это кладезь йода. Этот фрукт обеспечивает организм природным йодом. И у кого проблемы с щитовидной железой, вот его нужно кушать. Сезонный фрукт, его не сохранить или варить варенье. Бывает вот такой белой консистенции, бывает розовой. Очень ароматный, очень вкусный. Я вот ем его без сахара, без ничего. Прямо так. Фейхоа – субтропическая культура. Пенённая, очень ароматная внутри. Она пахнет земляникой и ананасом одновременно. Относится к семейству миртовых. Культивируется только один вид ее. Очень рекомендуется употреблять его в свежем виде.